Where'd you read them? This one needs a brand new read them. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Всем привет, блин. Your turn to bang. Your turn to pick. Remaining. Five seconds remaining.
Your turn to pick. Remaining. 5 seconds remaining. Your turn to pick. 万物に均衡を。万物に。 必要とあらば。 Bless. Prepare for battle. 誇りとともに。 必要な犠牲だ。 またつまらぬ敵か。 迷いはない。 Дизраптор, поставь, пожалуйста, крипов. Мойойわない. 30 seconds to battle. Не, я не то месить собирался. Не какашки в жопе. Where's my pension? Мое его. Кьотекио какунин. Хицуо на гиседа. Не, блять, я ж не строитель. Мата цмарану пекика. Мата цмарану пекика. Мойойванай. Хицуотуараба. Зеншин ару номи. Мойойванай. Do you use me for a middle?
Хокори то томони. Кёотеки о какунин. Мата цумарану теки ка. For the treasure! Oh my! A gift from the Tempest of Battle! 強敵を確認! Invisibility! 必要とあらば! 必要とあらば! 誇りとともに! 必要な犠牲だ! またつまらぬ敵か 必要な犠牲だ 必要とあらば またつまらぬ敵か あ! ちょ! Ебать! Это просто тупо лузер, нахуй, ёбаный стиль. Ебать, я дура без трусов. 必要な犠牲だ。均衡こそすべて。誇りとともに。迷いはない。強敵を確認。 Кайф игра, 20 крипов. またつまらぬ敵か。 必要とあらば。均衡こそすべて強敵を確認。またつまらぬ敵。おっ。 Хорошо, хорошо. 強敵を確認. Кайф игра. 迷いはない. Так, ладно, подожду. Приведу себя. 必要な犠牲だ. 必要とあらば. А, ебать, я даун! Ладно. Ловушка добила. Ёй.
金庫こそすべて必要とあらば迷いはない。 Бля, это поле нахуй. Майой ванай. Йой. Мата цмаран пекка. Кёртеки о какни. Араба. Покори то тому не. Макете му, верюшь та агенайо. Мата цмарану пекика. Бля, ну начало, конечно. Хицио то араба. Тупо прикольное. Хицио то араба. Where's my pension? А почему он ливанул? Он же даже не умер, не знаю. Они без крови играют, скорее всего, поэтому и ливанул. Это так, подозрение. Что я его харасил, он без хила стоял. А! Ты что тут делаешь? Бля, я только молот хотел прожать. Что он там делал? Your bottom tower is under attack. С раптора постакай, пожалуйста, мне большой спам. Тут. Your bottom tower is under attack. Йой. Кёртеки о какунин. Кинко косо сюда. Есть, заебись. Ну ладно, так сделай, я зафармлю. Мата цмарану пекика. Your bottom tower is under attack. 標的を確認。標的を確認。 Бля, надо было убить его сейчас, сука. Долбоёб. All mine. 必要とあらば迷いはない。 Сало улетело, сало улетело, аккуратно. Хицуёна гиседа. Хицуё то араба. Radiant structures are fortified. Хицуё то араба. Бля, нахуя они играют? Твою мать, блять. まだまだここからです。標的を確認。必要な犠牲だ。 私を楽しませ。標的を確認。迷いはない。 Ой, блядь, все, иди нахуй. Ты что делаешь, блядь? Ой, блядь, приколисты нахуй. Я два раза наебался на одной и той же проблеме, блядь. Я бегу.
Вот отсюда. Я бегу сюда. А и два раза, блядь, подряд уходит. Вот так вот. Гении, блядь, доты. Блядь, интересно, можно трапой стакнуть энджентов? Ой. Блять, да ну нахуй, серьезно. Окей, еще посидим. Здорово. Нет, еще не прошел. Там осталось где-то прохождение часа на 3. Чё, умру? Не умер! Там, короче, смотри. Новый пролог сейчас будет. Вот я до него дошел. В принципе, если начинать смотреть, ты все поймешь. Я говорю, я сейчас две игры сыграю, эту и еще следующую, и пойду в ре. Как же сложно после Мелда давать кнопки, блядь. Нажимать на что-то, пиздец. Кто придумал такое? Привет, Егорка, привет. Всем привет, блин. Бля, долбоебу потеет, ужас. Ну, гоу вместе. Подожди, у меня дезоль, я на фарме, и пойдем. Сейчас у меня дезоль будет, и пойдем вместе ходить. Я попробую трапой сделать даблстак. Возможно вообще. Так, ну давай на... Поехали. А, еще раньше надо делать. Точно, они же замедляются, блядь. Что-то они жестко замедлились, чересчур, блядь. Дизруптор, стакай, пожалуйста, не забывай. Но я забрал. Ну, Ар заебурился. Ну, ты говорил, да, ты прошел. Давай сало. У меня дозоль, блядь. Ну, давай сало бьем. Тут ник где-то бегает. Давай дальше, да пошли дальше, вирус, блядь. Тупо чел с ником вирус. Давай, бля, вот это я проебался, да?
Я на самом деле не вижу тут твоей ошибки, нихуя. Почему-то, блядь, что странно. Не, я первый раз промазал, сам не дал катапульт. Ты по крипу дал? Катапульт. А, блядь, я думаю, что это за хуйня была. Я думал, там нью мета, блядь, форстафа можно тоже, думаю, чё, блядь. Ах ты сука, да ну нахуй! Ебаный сайленсер, это просто шок, блядь. Чисто игра мозга. Бля, ну кайф. Да Крезден такой же, блядь, это же головоломка. Ну а не сложная, типа. Но бывает и сложно. Бля, пошли, короче, спушим вот эту хуйню, потом пойдем Рошана. Они не дадут нам закончить, они дефуют долбоебы, блядь. Заебался гнусавить уже. Не, Лайдолар я бы тоже зарубился на самом деле. Пиздата же игра. Бля. Кстати, можем это проебать, там Никс какой-то супер, блядь, долбоёб нахуй. Он мне просто сбивает рефракшн своей урной за полсекунды. То же самое, что под радик встать, блядь. Бля, гоу вместе, мы же только что заебашили их. Кёй. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. The enemy's bottom tower has fallen. Ебашься. Майой ванай. Бля, парни, объясните, пожалуйста, а как эта хуйня работает? Вы сейчас сидите типа вдвоем, да, на стриме Егору с Деном? Меня показывает один зритель. Что за хуйня? Наёб чисто. Ой, иди нахуй. Бля, резко съебался. Спасибо. Есть, короче, такая хуйня, что в этом патче Наташке можно за счет, а нет, за счет второго таланта получается, на плюс 200 урона к трапе можно просто кем фармить скрипами. Допустим, сделал так вот, поставил сюда ловушку, отошел. Когда хрипу подходит, она взрывается и, блядь, кем фармится. Нормальная тема. Особенно если фармишь дохуя. Особенно полезно. Опа, нихуя себе. Я иду. Блядь, да пиздец. Сайленсер. Лол. Нормально ты его отправил, блядь. Давай бот сломаем. Хотел ломать и бот, я мид сломаю. Бля, вот мне чем темпларка нравится, что тупо собрал дозоль, идешь вышки ломать. Охуенно.
Пойду через скрытый, как долбоёб. Так, и, конечно, я Бот-Торн соберу. Батя не отважный, тупо. Бля, я бачу, тут странности какие-то. Your middle tower is under attack. 必要とあらば. Ну чё ты не взрываешь? А, ебать, так я не вижу. Майоиванай. Занят отводом крепасов. Давай, давай, пошли Рошан заберем. Кёй. Бля, Гера, реюзи, что там залетит? Заберите досты, я вот это Игис возьму. Заебись. Да-да-да-да, тут было мантуду. Ой, блядь, ты долбоёб! Ой-ой, а мне плохо, по-моему. Лол, вытолкнул его, он сейчас ульту прожмет. Почти прожал. Блять, вот это пиздец, он его вытолкнул. Кайфово. А досты? Он наш, он наш, забираем его. Мисс! Он ёбнутый, блядь. А, ну... Бля, ну там манта, там, блядь, репейлы, там все, чтобы снять арчит. Походу минус Бладторн. Кайф. А, нести пока Джаггера нет, слышишь, парни? Давай снесем их. Уйди на. Ниге на сай. Хицуо на диседа. Ниге на сай. Блядь, тут варды еще. Лол, я умер. Лол, блядь. Откуда у них тут варды, нахуй? А
Откуда он знал, что у него крутилки нет? ВК с книгой. А, он еще собирается купить ее. Вот, блядь, в Дамбларке плохо, что... очень сильно катится, прям очень сильно. И очень зависим от слотов. Не от слотов, ты даун. В скобках труп. Откуда, сука, у него бабочка на 26 минуте? Я вообще не понимаю, блядь. Для уши болят. Никс у них, конечно, пиздец попался. Жесткий. Хицуйото араба. Блять, не успел. Что за невезение, блять, на поле. Да и вообще последние две игры невезение сплошное. Руки, блядь, не двигаются. Вот это вот челился, бля, как-то надо убивать. А я знаю, что я соберу. Хуй манта прожмет даун. Так, я вы отходите? Мы ж сильные. Все, вот теперь можно отходить. Мы все ульты проебали, но они без сала. Окей, гоу. А, да блядь, ну вы пиздец, парни, нахуй. Чё за хуйня? Блядь. Охуеть, я не, просто не вижу логики, блядь, идти нахуй, кидать диффуза, а потом убегать нахуй. Ебанулся. Блядь, как не заебал турна уже. И нахуй. Я просто ржу нахуй. Откуда он знает, блядь, это? 25-й. 30-я минута. Чел. Ой, блядь. Дисбаланс в ебаной доте. Это просто нечто нахуй. Один долбоёб ливнул, вместо него вся команда получает доп экспу, блядь. Мы играем нормал доту, чел играет турбо доту, блядь. Мы получаем, блядь, обычных 60 голды в минуту, они получают, блядь, вместо 60, допустим, 200, блядь, голды в минуту, нахуй. Мы же реально так проебём. Если б, сука, не лесник, мы бы уже спушили их, блядь. Эти лесники, нахуй, рак мозга ебаного. Кристаллис себе купил даун. Давайте фарминг, хули девочки.
Могли закончить. Мышание, кстати, сломать можно. Пошел ты нахуй, блядь. Как ты заебал уже. Пошел умирать. Что тут еще делать, блядь? Просто проебываем из-за гема, блядь, что гем нельзя купить никому, по-моему. Сука, неинтересно, блядь, это играть, неинтересно играть 4v5, нахуй, с дисбалансным лесником. Кажется, нельзя играть с лесником. Как тебе такое? Мы проебываем сейчас только из-за ВК. Типа, вот и все. Мы могли закончить просто. Пиздец, так а что ты мне мид не успел? Я на самом деле. При чем тут мид, блядь? Ты пикнул ебаный лес нах, мы просто из-за тебя не закончили игру. В техническом плане, блядь. Если бы пикнул ебаного Рома, нахуй, мы бы выиграли давным-давно уже. Просто закончили. Дело не в том, что я хуёво играю или хорошо, блядь. Мы проебываем просто по пику, блядь. Если ты меня сейчас не отвлёк... Я тебя отвлекаю, блядь, нихуя себе. Ну я тебе, блядь, хотел сказать... Выкинь нахуй свой кристаллис, блядь. Понятно, там... Ты хоть понимаешь смысл этого героя? Для чего пишешь? Нет, я не понимаю, блядь. Я не понимаю. У меня 3 ВК уже, сука, за 3 дня, блядь. За день 3 ВК, 3 лесника, и все, сука, руинят, нахуй. Ничего не могут. Единственный ВК, блядь, был, который... Единственный ВК был, который собрал себе мом и в соло просто тащил, блядь, игру, нахуй. Я тупо отдыхал. А ты, блядь, да хуитесь. Выкинь кристаллис. Не позорься, нахуй. Спасибо. Как? Я даже ни на кого не нажал. Откуда я собачьего застанился, блядь, ни на кого даже не нажал, блядь. Пизд...
пиздец, блядь. Пошли в трон, нахуй. Джиггернаут и репорт тоже киньте. С этими похуй, нам главное джиггернаут. Пидорас, блять. Все, мы проиграли сейчас. Нет, это не интересно играть, это не интересно играть. Почему ВК с нами не пошел? Да нахуй надо, блядь, ты чё? Блядь, как же интересно, сука. Как же интересно. Бусти рына джаггернаутах. Ай, хорошо, хорошо. Интересненько, блядь, тут играть. Ебать нахуй, блядь. И ВК лесное, блядь, уёбище ебаное. Нихуя не делает, блядь, соло от Никсана. Ой, у тебя есть. Блядь, может тебя убьёт. Дота 2. Дота 3. Дота 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Хорошо, хорошо, я ВК. Интересно. Интересно играть. Просто интересно. На нахуй проебал на него просто так. Walking 17 blocks to the radio, praying that somebody heard me. Now I'm on the 19th floor. I grab a towel and I put it by the door. Shouldn't be smoking in here by law, but right now, fam, I ain't hearing that. Open the window, pop, pop, pop. Seriously, let me ride. And I'm trying to kill any MC that I catch. That's what I'm saying. Всё, у меня геймплей догонишь, долбоёб. Окей, он её догоняет, пизда. Мне пизда. Спрячусь. Сейчас пока умрёт. Смотрим внимательно. Егор, ты создатель клипов. Руинер, блять, на ВК нахуй просто. Да-да-да-да, здесь дитё ебаное. Невозможно остановиться опять. Я пытаюсь. Где книжку себе купить? Но я хочу танцевать.
Чел с ником вирус мне что-то будет объяснять нахуй, я ебанулся. Тебе сказать, почему я без БКБ? Тебе объяснить, боюсь, почему я без БКБ? Я могу тебе объяснить. Потому что ты долбоёб. Не, давай я тебе объясню, почему. Не надо, не надо. Не, давай я тебе объясню. Нет. Иначе ты пиздобол, понимаешь? Иначе ты пиздобол. Если ты не понимаешь, а нахуй, о чем ты говоришь. Короче, все муты есть. Так ты себя замуть, долбоёб. Я спрятался, да. Замуть меня, пожалуйста, блядь. Это важно. Блядь, музыку ради долбоёба ещё выключил. И пинкер, да, давайте пойдём. Ну, блядь. Ебаный омник, скрот ебал твой нахуй, мразь. Мразь, блядь, как же ты мразь, нахуй. Тильте ебать, это просто пиздец. Чекай, сколько фарма уже гернаут. Миллион, просто миллиард, блядь. Хуля. Нам Роша надо забирать. Ну пойдемте. Можешь ульту закинуть на Гиро? Я тебе просто не хочу вслепую продать. Ура, у меня БКБ, парни, прикиньте, ебать, сейчас выиграем. Они нарушены. Ну, блять, нарошу и похуй всем. Прикольно. Ну, вот это хорошо. И теперь не так просто скушать будет. Да уходи.
Окей, отдали главного кура без байбека, отдали второго кура без байбека. Дота! Прикольно, парни, играйте. Пошли на Рошана с командой, интересно. Ну, ВК хотя бы байбек есть. Нет у него байбек. Есть. Гиро нет. Блять. Кайф, очень много урона вышло. Много урона нашел. Ура! Красивая игра. Красиво, когда пикели снег. Красиво, когда пикели. Это я люблю такие игры. Забегнал рекорд. За нечестную игру, в скобочках, купил буст. Чекну, блядь, аккаунт Джаггернаута. Что он играет явно не на 3К и явно не на 4К, блядь. С таким-то фармом, блядь. Так, сейчас посмотрим. Блядь, чё, у меня нихуя не работает. Окей, тампларка. Смотрим. Бля, ну тут все спорно, пиздец. Как он столько слотов вытащил, я вообще не понял мувов, блять. У меня Джон Клюкер выиграл, блядь. Сука, я тупо Джон Клюкер выебал на омнике. Не, у них непобедимый пик, по сути. Просто непобедимый пик. Супер дизейблер, невероятно сильный дизейблер. Долбоёб, которого хуй словишь. Долбоёб, который дает тебе... Репелы, которые дают тебе неуязвимость, которые тебя хилит. Долбоёб, который тебе дает Global Science. У них непобедимый пик, блядь. Окей, мой пик. Вертолет. Как описать вертолета? Что он делает в игре вообще? Жалко, блядь, без Раптора. Кину ему лайк. Ладно, последняя в доту. Выслю клип. Сное, блядь, уёбище ебаное. Нихуя не делает, блядь, соло от Никсана. Дота 2. Дота 3. Дота 3 и 4. Чё? И 5. Что сделал?
5, и 6, и 7, и 8. Хорошо, хорошо. Я ВК. Смотри. Да, прикол. Смотрим игры. Так, Templar Assassin. В пике у нас кто? Правильно, ВК Луз. Идем дальше. Тинкер. Так, в пике у нас кто? Так, ладно, ВК у нас нет, у меня там долбоёб был. Кейс. Вот тут тупо лозы только смотрим. Тинкер. В пике у нас кто? Правильно, ВК. Правильно, а что он себе собирает? Вау, Кристаллис, блядь. Вот это да. Вот это, наверное, сильный игрок. Окей. Нормальный луз такой подъехал. Дальше смотрим. Шторм Спирит. Так, где же ВК, блядь? Где это нахуй? ВК тут нет. Дальше идем. Пак. А, ну тут, по-моему, не было ВК, да, тут точно не было. КСФ. Ой, а кто это? А это ВК. А почему, блядь, мы проиграли? А потому что у меня ВК есть, он книжки себе покупает. Нахуя саппорт книга? Я вот я ВК, вот я 18 левел, Джекер 12, я себе книгу куплю сейчас. Разъебу всех. А почему, блядь, Лус, интересно? СФ. Так, это он же, блядь. Короче, я, блядь, с ВК вообще не выигрываю. Сейчас надо эту бабку еще посмотрю. Ой, бля. Как посмотреть, блядь, я уже две... Блядь, я уже, сука, миллион ПТСов проебал. Твою мать, блядь, за два мяна. У, сука! Your turn to back. Не сбил нахуй. Я опер хочет взять. Пойдем дубло, если он пикнет. Давай. Там все, краш. Краш дота. Приложение запущено. Беру на ФП похуй еще. Ебал просто. Быстренько пинем тинкер, пойдем курить. Фид машин, ясно. Тебе я точно не отдам мид. 6 камачи, блядь, и ВК, сука, в главной роли, блядь. Ну чё от него? Отдавать мид, блядь, 6 тысяч матчей, у него, сука. 3 камеры, блядь. Бля, я успею покурить-то, ёбаный в рот, в этой жизни, нахуй. Your turn to pick. Your turn to pick.
feel the wind in your hair. Prepare for battle. It's in the bag. Seconds to battle. Start without me. Yes. Блять, куда ты пошел? Пиздец. Spirit moves me.
Yes! Without a doubt! Get set for heavy weather! Storm Force 5! I'll let it go. Breathe! Storm Spirit, I am Storm Chaser. Блять, что? Блять, постакай, пожалуйста, Тускар. Не стой просто так. Да мы не убьем его, у меня нихуя нет. Ты не понимаешь, что ли, блядь? У меня нихуя нет, я тебе же говорю. Постакай, это вообще без вариантов, сейчас тинкера не убить никак. Блядь. Ясно. Лучше войс бы говорил, что это, блядь. Что за персонаж, блядь? Сейчас сапог на ману дам. Мана, мана. Тут. Ей, блядь. Тут. Восьмой.
8. Окей, ладно, у нас полукомбэчащий пик, блядь. Буду гангать. Чё тут делаешь? Уходи. Пришел тут, блядь, на Узи посмотреть. Кажется, на Узи. Don't worry, there's plenty to go around. That's the spirit! Let the fun begin! I'm out of mana, looking good. Куда ты пошел? Куда ты пошел, блядь, тигр? Я не могу выйти на лайн. Держу кучу. Who's that handsome devil? Oh.
Over here now. Left you. Whoa, what did I miss? Чекни верхнюю руну, плиз. Ой, не надо. I'll decant this a bit later. Like the wind! Ну можно попробовать, если он не улетит сейчас. Regeneration! Кайф полковника. Yes. Классно, классно. Looking good. Сделать ебанат вот на этом споте, это как вообще возможно? Get set for heavy weather! Your middle tower is under attack. You need a real nigga shouty, so come in. Don't act pussy shouty, see I think you and me can make it. Your middle tower is under attack. Attack! Ooh, who is that handsome devil? She can twist my weed and hit the yak. I'll just stupendous. Баран не забежал. Well said. Looking good. Your middle tower has been denied. Touché. Dire structures are fortified. I'll spirit you away. Here I am, stormy weather time. Where's the body? You are all like the wind. Put my tongue in different places, the play a game. It moves me. Stupendous. No storm force five. Straight to the point with you. Your bottom tower is under attack. I'ma put this get set up for heavy weather. Let you do something. На низ побежал бара. Спасибо, спасибо. I'll take that as tribute. Кайф. Сука, какой же кайф играть здесь. Without a doubt. For me, the enemy's bottom tower has fallen. It's not time. Yes. Oh. Что спектра делает? Радик. Да, я буду падать с радика. What's up?
уже не нужен, по идее. Прощайте. Without a doubt. Take a break. We'll see. Ну давай, если у меня маны хватит. Не обижу. Балдеж, у меня нихуя нет. У меня нихуя нет. Чарчик придет, убьемся. Бара бежит на кого-то из наших. Блять, ёбаный стыд, блять. Просто шок. Что собирать? Клинку. Уйди нахуй, блядь! Откуда вижен? Откуда вижен-то, блядь? Ты нахуй просто, варды у них стоят, ну сколько можно повторять, блять, одно и то же нахуй. Хватит, блять. Я хз, как еще сказать. Forward!
blow them away! Просто, блядь, непобедимая связка. Собираешься гангом Тинкера, прибегает тут же Бара, блядь, дает стан, и тебя убивает Тинкер, кайф. Фармите слоты, блядь. Пожалуйста, не делитесь. У них full vision стоит, у нас ни одного варда нет. Плюс спектра, которая вижен вообще ограничивает до нуля, блядь. Да тут ни ГГ, нихуя. Если фидить не будете, нормально все будет. Without a doubt. Ко мне беги. Заебали эти тускары бесполезные, блядь. Тупо бесполезные, блядь. I'll take that as tribute. Touché. Let the fun begin. Как вот кого... как тут кого-то убить, блядь? Летит сразу же Тинкер, летит сразу же Бара. Бля, го в пятером попробуем кого-то убить, я хз. Купите смог. Того же Баратрума загангать, хотя бы раз. I'm under attack. Like the wind. Охуеть, у них просто без проб. Вы видите, что происходит нахуй? Летит Тинкер, и на этот же лайн летит Бара. Невозможно загангать, но вообще смысл что-то делать. Именно с Тинкером. Бля, давай, лети. Yes. Over here now. Forward. Я лича не видел за игру ни разу. За месяц. I'm over here. Все, полетела пушка, блядь. Спасибо за урну. Ты пиздец. Каких-то продотеров кидают. Заиграл, блядь. Пиздец. I'll spirit stupendous. Keeping my end up. Надо под смоками, блядь, гангануть хотя бы раз. Тускар, ну купи-то смог, блядь. Так и шо, опять сливаем, блядь, опять сливаем, нахуй. Против меня продота играет. Окей, давай, поехали. Поехали. Как долго, блядь, мне ДД, ну оно сейчас пойдет уже, пиздец.
Кайф, 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 поехали драться. Тинкер на поезд. Ага, а все тут. Опа, хуя. Интересно. Ясно. Ну нахуй. Просто не убить его. Его просто не убить. Сука. Да мы можем дефать, бля, и какой несут нахуй, мы играем еще. Таска на 6 месяцев. Не, его не собрался. Ну, блядь, ну чё это? Чё вот это? Сравни Баратрума, да, и сравни вот этого чела. Приколиста. Единственное хорошее в этом герое, знаешь что? Озвучка. Хорошая в этом герое озвучка. Да подожди ты, блядь, будут у меня слоты, я буду тинкера в соло ебать, ты понимаешь это? Ты видишь, у меня нет слотов, я не могу ничего сделать. Бля, бот по приколу зарядил. Мы доживем. Отъебись, блядь, ты просто везде нахуй, да? Так, чё, можешь полсекунду вортекса взять и купить, потом огонимся? А нахуй с ним. I'm over here. Ураленька. Шо будет мясо, блядь? Так-то хекс надо. А когда я буду солнце изотарить, интересно? На 60-й. Бля, лич просто... Батя доты нахуй. Они нас так жестко зонят, мы просто не можем, блядь, выйти ниоткуда. Просто не можем. Да, надо забрать, плюсую. Ты приколи, блядь. Я ж говорю, везде full vision, просто тупо, блядь, бара на меня бежит. Нет, не на меня. Иди нахуй, 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 иди нахуй. Невозможно. Джаггернаут с бэфом. Кайф. Кого с бэфа собрался рубить? В скобках резать нахуй. У, сука. Надо было сразу тупо делать. Я даун. Ой, блядь. Ты прикинь, бля, у них, я реально говорю, у них беспроигрышная страта. Летишь на тинкера, на тебя уже бара чаржится. 19 уровень. Откуда? 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 Я не понимаю. Я не понимаю, что с Дотой стало. Я не понимаю.
Почему мой таск 14-го? Почему мой вич-доктор 14-го, а у них Роумбара 19-й? Этого хуесоса никто не гангает всю игру. Соло я его гангать не могу, потому что у меня не хватает просто импакта его убить. Не импакт, точнее, а урона, блядь. Тут надо в крысу, бля, вот как... Их методом, нахуй, я сейчас пойду и спизжу Рошана. Тупо методом крысок. Так, они нарошие по-любому, 100%. Раз, два... Поехали. Рано. Очень рано. Ну ладно, там без вижу. Так, как бы посмотреть. Динкера, блядь, фокус! Мразь, какая же ты мразь, блядь. Какая же ты мразь, иди нахуй. Иди нахуй, иди нахуй. Или тинкера, блядь. А мы дефать изи сможем, тинкера, они хуй зайдут. Я летать просто буду. Нам главное не фидить, блядь, их и все. Спасибо, бля, работа. Мусор. Я за магу поехал. Фонтанчик там вроде как стал. Ты что он сказал, что я ничего не понял? Looking for me? Братиш, это последнее, ты будешь потом резать смотреть? И он еще не умрет, и он еще не умрет. А я умру. Да нет, ты забей, я прикалываюсь просто. Блять. Кайф. Не, я не выиграю сюда. У меня у Кура нет слотов вообще, абсолютно ноль. БФ собрал тупица, блядь. Парни, отойдите, там тинкер сейчас будет всех сами, блядь. Отдайте 20 секунд. 20 секунд, и я резко пизды издал. Класс. 15 секунд я резнусь. Отдавайте сторону, если что. Бля, вижу, походу не нужен, это Ирина. Your bottom shrine is under attack. Here I am.
Your bottom shrine is under attack. Дефаем вроде. Блять, короче, играем нахуй. Говорите, пожалуйста, что-то войс, блять. Я не тебе пинговал, блять. Дровосек ебаный на джиггернауте. Го на ХГ, слышишь, чел? Они нас пушить будут. Тупо в крицу сейчас отхуярят, сука. Давай удачи. За тобой вылетел. Такая мразь на некре, блять, вообще просто спущу. У меня ноль фарма. У лича левел. Больше у меня нет, как у меня. Ок. Куда? Куда ты идешь? Не надо там драться, блядь, не надо там драться, все, отходите, Б нахуй. Сейчас заплачу. Сука, тяжело. На меня, видимо, держит. Как дефать, интересно. Ноль урона. Your middle tower is under attack. До конца. Your middle tower is under attack. Я до него не долетаю, типа, прикол. Ну, прикол, не долетаю до тинкера. Radiant structures are fortified.
БФ собрал. Долбоем. Просто долбоем. Да, да ладно. Один удар баш, первый удар баш. Ой, бля. Как же мне хочется, сука, зарепортить всех этих нью-лакеров, бустеров. Я вот уверен, что там у Тинкера, блядь, очень мало матчей. Я в этом, блядь, уверен, сука, на 200%. Либо то, что он бустит. Зачем ты собираешь МКБ и БКБ, блядь, одновременно? Зачем? Я не понимаю просто. У тебя урона нет с руки, типа. Ты крипа не можешь убить. Ты же понимаешь, что МКБ не дает урона? Нахуя ты его собираешь? Смотри, видишь, ты лича типа не пробиваешь. О чем ты говоришь? Жесть, супер долбоеб на Гернаусе. Не лузы, сука, пиздец. That wasn't in the forecast. Поиграл, поиграл. Пидорас бустит, бля, вот по-любому нахуй. Вот, бля, вот я 100% уверен, у него аккаунт закрыт. Чё нахуй? Что мне пишут, блядь? Чего, шторм сильный? Ну да. Пиздец, долбоёба.
Resident Evil Zero. Кайф.
А, больно побил. Так, а чё я? Не туда пришёл? Интересно. Так, отсюда мы текаем, бля. Ладно, здоровье не потерять слишком. На этих паразитах. Бля, беги. Внимание. Окей, блядь, давай загрузимся. Resident Evil Zero. Все равно ничего не потерял. Так, мне надо попасть в церковь. Это церковь. Где-то тут должен быть вход. Так, тут вороны. Мне туда не надо. Блин. Туда мне тоже не надо. Сложно. Как туда попасть? Это вопрос интересный, конечно. На рандоме бежать? Да это жестко. Ладно, го сюда. А, не бейте меня, тараканы. Походу я опять не туда пришел. Нормально. Бля, как попасть-то?
Zero. Заново. Будь здоров. Спасибо большое. Там здоровье, Андрюш. Чё, дота? Да. Выигрываешь? Значит. Сколько ПТС? Чё, когда вместе будем играть? 3500. Так, сюда мне не надо, там вороны. Бля. Вниз. Так, вниз мне не надо. Все, я понял. Бля, я дети. Я забыл, что тут лестницы обозначаются на карте. Ёшкин кошкин. Мошкин. Конечно, подняться. Вот сколько играю в Resident Evil, обезьян никогда не видел. Серьезно, во всех частях, блядь, ни в одной не было. Блядь, тут еще обезьян, серьезно. А у меня пистолет и... Бля, обезьяны, уходите. Лол, они меня сейчас убьют же. Обезьяны, уходите. А, блядь, обезьяны, уходите. Все, нет здоровья. Хорошо. Ладно, пока на внимание. Так, внизу. Музыка кайф. Так, там опасная ворона. Переключимся на этого человека. This way. Okay. Так, тебе надо, наверное, патроны, да, дать? Так, трубу. Стой там! Блять. I'll go. Yeah. Come on. Okay. Let's split up. Roger. Стой. This way. Okay. I'll check it out. Okay. Хорошо. Чего? Она что, сдвинулась? Она на нее не встала. Let's go. Okay. I'll go. Нет, стой! Okay. Так. Это церковь. Это алтарь. Божественная аура.
по-любому тут опять какой-то босс будет. Это же церковь. Кайф. Я не совсем понимаю, что делать дальше. Пришел я такой в церковь. Так, патроны на дроба. Бля, сейчас по-любому кто-то вылезет. А у меня хила ноль. Тупо. Тупо ноль. Ого. Что-то сейчас будет такое интересное, интересное. Я вот, блядь, читаю просто игру. Опа-на. Прикольно. Слушай, это интересно. Ой, бля. Как попасть по ней? Как по ней попасть? Так, иди сюда. Так, кусается еще. А еще мру. Блять, еще маленькие. А. Блять. А что делать? Хила-то ноль. Опасно. Кейго, наверное, умирает. Что делать еще? Будем править. Короче, дробовик кайф против них. Это я понял. Resident Evil Zero. То, что у меня нет слотов. Пистолет, походу, надо будет выкинуть. Сбегать, взять у нее штуки. В скобках боеприпаса. Вы входите в сумасшедший мир. Да я уж понял весь. Самый рофл в том, что, блядь, я сейчас возьму гранатомет, буду с него стрелять и буду миссить. По-любому, это 100%. Это тролльская игра. Ну, как у этого чела будет опасно, придется завести ребеку потом. Свапнуться. Сразу же гранатомет возьму. Сука,
Я его не взял. Блять, он остался на первом этаже в здании, в прикольном. Кайф, ладно. Go try it, раз за три потраем, пойдем за пулеметом в скобочках. Блять, тут нет скобочек, это не смешно нихуя. Давай, иди сюда. Как нацелиться? Как нацелиться? Как нацелиться? Давай, целься. Да, блядь, не туда, развернись! Не, это вообще рофл какой-то. Да. Давай, 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 подлетай. Да не туда, блядь! Да, сука, как нацелиться-то? Опа, нихуя себе. Ты что делаешь? Президент зла. Resident Evil Zero. Вот я сейчас буду траить еще раз 5, наверное, да? В итоге я его не убью и пойду, блядь, заново проходить нахуй. Тут 100% информация. Нет, сука, самонаведения, оно надо тут. Так, давай к дверям. Нам проще целиться, по-моему. А! Ты чё? Ты чё делаешь? Давай, целься. Огонь! Хорошо. Подлетай, огонь. Так, пошли, дровосеки. Давай, лети. Лети, 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 сука, сюда. Опять, блядь, штуки подъехали. Нет. Я не дамся без бою. Нет, не надо меня подбирать. Ах ты твар. Тупо изи. Кайф, какой же кайф. Я думал, я все. Опасно. Пошел сейвиться. В пизду такое. Это, видимо, просто я крутой. Сука, налетели собаки. Тупо кайф мелодию напел, выиграл. Напел нам равно выиграл. Вот, блин, я ее убил, да? И по идее что-то должно открыться. По идее. Это идея. Оба красные. Здоровья нема. Так, что мы тут и что мы имеем? Блять, она пропала уже. Это алтарь. Опа. А это интересно. А у меня есть такое что.
Чё? Тупо не захотел идти. Да-да я. Так, у меня есть гарпун. Использовать. Опс. Так, у нее внимание. Ой, что сделал? Спускаемся. Очень надо. Минуточку. Так, и что? Зачем я открыл дверь? А потом что еще нужно будет? Тут же некуда идти больше. И пошел у нас. Зачем это показывали? Бля, ей плохо. Ок. Что это такое? Что это за табличка? Дверь, которая ведет в другую дверь. Интересно. Это интересно. Второй раз подобный текст. Точнее, не подобный, а точно-точно одинаковый. Так, там дядя Богдан у стены, что... Страшно. Так, сохраняться смысла ноль. Дядя Богдан сейчас по-любому встанет. Так, присел. А, дядя Богдан, это текстура, я понял. Этого... А, лол, опять крюк что ли запустить? Серьезно? Блять, зачем туда залез?
Не надо мне сюда. Все, спуститься нельзя, запрещено. Опять этот огненный черт будет, мама. Не надо. Ай, блядь, я же, сука, знал. Ну я только про тебя сказал, давай спускайся. Мне нужно использовать это сейчас, мне нужно использовать это сейчас. Походу я рип. Так-то задоджить его. Раз, два, три. Побежали. Ай, хорошо задоджил. Так, карта. Вот она. Так, и сюда надо. Блять, ёбнутая игра. Так, кнопка. Нажать на него. Ты просто ёбнутый, блядь. Так, дверь закрыта. А он за мной идет. А нахуя я его выпустил? Ну, как говорится, New Loco. О, трава, кайф. В обоих опасность. Так, смешаюсь. Пользуюсь. Я снова живу. О, лол, я могу с ним подраться, наконец. Есть бутылочка. Так, тут можно спуститься. Прыгать отсюда слишком опасно. О, подожди, стоп. Это поезд или что это? А, понятно. Это во всех частях одно и то же, блядь. Потом мы будем по-любому спускаться в лабораторию, еще ниже. Там будут вообще, блядь, не летучие мыши, там будут, блядь, я не боюсь. Вообще, наверное, пиздец будет. Тупо страшно. Дверь заперта, вы не можете открыть ее. Блин, капец. Жестко. Блядь, сохраняться или нет? Ладно, гоу, maybe я сейчас убью этого... человекуса. Ну, кстати, умер этот чел 9 лет назад. Его восстановил какой-то фанатик. Превратил его в зомбака. В скобочках это даже не зомби, это вообще какая-то... опасная штучка, я бы сказал. Так, выбросить. Бля, вот... Че за дисбаланс тупой? Зачем они кладут по 3 машинки на спот? Ты че за вообще, блядь? Так, тут больше ничего нет, да? Спуститься я не могу. Там закрыто. Что там находится? Какие-то штуки. Ладно, гол отсюда. Возьмем коктейльчик. Сейчас будем развлекаться. И по идее 3 коктейля убивают этого. Паразит? Паразит, блин. Фак мой мозг. Что это? Так, вот зайти туда или нет?
По-любому открыто, я опять зайду, бля. Сука. Сколько тут комнат? Куда идти? Что делать? Вообще ничего не понятно. Так, давай-ка включу. Чего? Ну год, прям гарпун. А. Интересно. Я понял, короче. Прикол. Ой-ой-ой. Упади, 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 упади. Хорошо. Seems good, а у меня 3 патрона. А, интересно. Украшена бюстом Маркуса. В основании есть отверстие, куда можно вставить какой-то предмет. Это интересно. Так, а чё? Могу читать. Совместно с президентом Спенсером доктор Маркус основал корпорацию Umbrella. Исчез 10 лет назад. Результаты его исследований все это время держались в тайне. Но здесь, в учебном центре, которым руководил доктор Маркус, стало понятно почему. Точнее, не в самом здании, а в его подземной части. Все прояснилось только когда мы спустились вниз. Там мы нашли доказательства, подтверждающие, что доктор Маркус занимался исследованием прототипа Т-вируса под названием «Прародитель». Неопровержимые факты многолетних экспериментов, в которых роль подопытных исполняли сотрудники компании. Точное число испытуемых нам неизвестно, но судя по имеющимся у нас сведениям, таких было не менее 20 человек. Некоторые из них использовали намеренно с целью защиты секретов компании. Не знаю, где сейчас находится доктор, но учитывая недавний скачок развития Umbrella, мне трудно представить, что такие исследования ведутся до сих пор. Нет, его эксперимент жив и продолжает развиваться в этой кромешной тьме. Эти создания, плоды его исследования, ими кишит весь комплекс. Остальные страницы отсутствуют. Да, это жестко. Так, опа, похоже на какой-то химикат засыпать в него. Да, конечно. У меня уже есть зеленый химикат. Так, как тебя за... Так, блин, там какая-то... статуя. Что-то... странно. Ладно, голод ебашим... человека... этого... человека-зомби, у которого нет 10 лет живых. Алло, сейчас еще эти перчанки поднимутся. А, у меня 3 патрона. Seems good. Так, что делать? И что делать? Они сейчас поднимутся, заразы такие, падлы. Бля. Они тупо отдыхают. Давай, значит, 3 поднимайтесь. 1, 2, 3, поднимайтесь. Я понял. Они поднимутся, когда я что-то... А, ебать, пошел нахуй. Козел, блядь. Это было страшно так-то. Так, давай читай уже. Читай. Записи обращения пиявок. 3 февраля 1978. Я начал с введения прародителя подобным пиявкам. Они выживают в основном за счет охоты, паразитирования и размножения. Такой набор инстинктов как нельзя лучше подходит для биорганического оружия. Какое-то время они пребывали в агонии, но вскоре успокоились. В дальнейшем не наблюдалось каких-либо значительных изменений. С момента введения вируса прошло 7 дней, появились первые признаки трансформации, длина пиявок увеличивалась вдвое. Неуспешно отложили яйца, численность которых также удвоилась, однако вследствие аномального аппетита среди пиявок возник каннибализм. Ебать, шо?
Я лишился двух особей, стремясь накормить их. Шоу. Я решил дать им живую пищу, при этом половина пиявок погибла от сопротивления жертвы. Однако пиявки совершенствуют свою тактику нападения и постепенно переходят от индивидуальной формы существования к колониальной шумле. Кроме того, они полностью отказались от каннибализма. Шоу. Столь поразительная эволюция превосходит мои ожидания. Кайф. Пиявки отказались от индивидуального поведения во всем, кроме охоты, и начали действовать в каком-то смысле как коллективная общность. Я дал им пищу, и они атаковали ее с поразительным эффективностью. Похоже, кто-то из сотрудников заметил мои опыты, что если попробовать людей в качестве пищи. Интересно, как отреагируют пиявки. Сегодня прекрасный день. Пиявки начали копировать мою внешность. Они видят во мне отца. Мои прекрасные детки, я вас никому не дам. Ебать. Психо. Тупо дебил, блядь. Так, чё, патрон забираем. Блин, к этому челу я боюсь подходить близко. Сейчас меня укусит еще. А? Так, keep out. Сейчас я нажимаю кнопку, срабатывает сигнализация, и мы убегаем отсюда. Опа. Да, засыпать. Зеленый химикат. Стерилизующее вещество. Что это, блядь? Еще стерилизующее вещество. Может растворить множество видов материалов. Чё? Так, ну мне пока тут вроде нечего растворять. Правильно. Сейчас будет мясо. Так, ну шо, блин, пошли отъебашим доктора Спенсера. Или доктора Маркуса, бля, я уже запутался. Так, туда нам не надо, туда нам надо. Туда нам надо. Я понял, короче, что надо сделать. Да, сука. Подождем. Йети. Так, а где он? Зачем тут музыка играет, если его тут нет? Это очень странно. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь, на! Ай-яй-яй, ну что ты... Ну что ты делаешь? Всё? Он с двух ботлов улетел, рофл, вот это даун. Так, это что у нас такое? Бля, тут бутылка была. Интересно. Так. Нажимаем. Так, надо что-то выкинуть. Ну, кайф, чистая атмосфера. Так, гол, смешаем штуку. Блять, слотов нет. Так, гарпун, по идее, мне больше не нужен. Наверное. Хух.
Так, смешать. Seems good. Так, что еще? Возьмем. Так. Подними бутылку. Можно ли смешать готовое с неготовым? А, они стакаются. Cool. Окей. Я не думал, что они стакаются на самом деле. Так, ну пока... Вроде все понятно. Мы сейчас идем. Вставляем жидкость для газа. Да где он? Почему эта музыка тут играет? Я не понимаю. Окей. Сейчас-то я его точно типа убью. Все есть. Так, использовать. Чего? Поближе подойти. Давай. Ближе некуда. Чего? Что? Это что такое? Я думал, это сюда надо ставить. Сюда, блядь. А, лол. Это пиявка. Лол, моби, эту пиявку надо туда, в этот, в замок вставить. Блядь, гениально, нахуй. Талисман. Гений игры просто. Так, мне, по-моему, туда надо, да? Ой, блядь, у вас тут двое еще. Ничего не произошло. Как это я мог тот ключ использовать? Игра рофлит. Что делать? Сейчас вообще ноль людей. Вниз спуститься я не могу. Пиявку сюда, блядь, засунуть я тоже не могу. Делать? Я вообще не понимаю. Что делать? Бля, куда его вставить? И наверх никак не попасть. Жесть. Жесть.
А, я лифт сделал, блять, дебил. Ха! Так, вот что бы я сейчас сделал, так это хилки бы ему отправил. И пиявку ему надо еще отправить как-то. Куда-то ее надо вставить. Блять, этот дровосек тут нахуй. А, все, я понял. Это интересно, блядь. Resident Evil. Zero. Все, блядь, до меня дошло, нахуй, что надо делать вообще. Вроде. Или не. А, блядь. Это дверь открыли здесь. Я думал, блядь, где они открылись. Я вхожу в сумасшедший мир. Шок. А! В принципе, я ничего не потерял. Но такое у меня учило, все равно здоровье хреновое, блядь. Что делать? Блядь, а зачем я его выпустил вообще? Идиот. Ну, что-то я не знал, что она делает. Тут не угадаешь, как. Нажми на кнопку, дура. Мне надо, чтобы ты нажала на нее. Идиотина. Туда спуститься, но почему ты не хочешь? Зло, чисто, да. Кайф. Я бы сказал, кайф. Блин, так-то, по идее, все, что я сейчас делаю, вообще не имеет смысла, если я вот этим челиком сдохну. Так что, го посмотрим, есть ли тут где-то хилки вообще.
Хилок тут нет, хорошо. Тут хилок нет. Тут хилок нет. Тут хилок нет. Зачем я туда ей пошел вообще? Надо было этим чем туда ползти. Во-первых, я бы меньше тратился на здоровье. Дебилизм. Зачем мне лаборатория? Ладно, go last try, блин. Если не получится, я загружусь до летучей мыши, потому что, блин, тут без вариантов не пройти никак, здоровья не маю. Этого чела мне, походу, вообще не... Ну, блин, я на один хит. Здоровье тупо на один хит от червяка. И его не пробежать, походу, никак. И его, походу, и... Блядь, не убить. Ну, ладно, я попробую в библиотеку пробежать. Дверь слева, правильно. Я успею. Так, побежали. Окей. Ага. О, трава. Кайф, подними. А, бля. Не все так плохо, короче, понял. То я уже отчаялся. Так, это библиотека, да? Все понятно. Гоу. Сейчас все будет. Блин, я назад пришел зачем-то. Так, мне надо... Так, надо все тупо грамотно сделать. Так, это мы выбрасываем. Потом мы бежим. Так, лол, стоп, ты меня скушаешь, да? Я не хочу, чтобы ты меня кушал. Потом мы бежим за аптечкой. Берем химикат. Подожди, а химикат еще тут есть, да? Да, химикат тут. Ок, все. Что мы имеем? Эту хрень. Можно потом будет открыть. Короче, мне надо главное хилку ему скинуть, чтобы он жил. Так, теперь главное самому не лечиться.
Хорошо, народ, погнали нахуй. Подожди, сколько патронов? 9, окей, одного я шотаю. Давай, подходи. Ладно, блять, рано, слишком рано, слишком рано. Окей, выкрываем. Так, надо как-то его... Алло, ты опять поднялся, да? Иди нахуй. Да иди нахуй, да ты чё? Блять, игра просто... Да блять. Ну что за, сука, несправедливость? Уйди нахуй. Я его добил, типа, и он, блядь, не захотел умирать. Го, брат, на хуле. Давай иди. Да блять, ебаный ворот. Так, мне нужна хилка, правильно? Блять, и у нее теперь опасно. Опасно со здоровьем. Фак, ГГ, я походу опять проебал. Нет патронов, ничего нет. Я только что всю игру заруинил. Какой же кайф, блядь. Ладно, гоу. Предпримем хотя бы попытку сделать что-то. Один патрон. Бля, ноль патронов. Все, у меня ничего нет. Это такой тупняк, рофл. Все, найс, я ничего не заруинил. Блять, а зачем красный химикат тогда нужен? Отправить что-нибудь в библиотеку, отправляю. Так, давай хилочку сперва. Личинку. Сука, она в дверь зашла, блин, что игра. Подними, пожалуйста. Мне надо поднять. Мне это надо. Поднимай. Хорошо. Все, кайф. Я снова живу. Отправить в библиотеку. Мне надо отправить синий талисман.
кого? Рофо, да. Шо выкинуть? Выбросить. Бля, как же муторно, ё-моё. Мне сейчас надо еще коктейль отправить. Так, ну шо, блин, вот так он. А, я еще не забрал. Патроны есть, коктейль Молотова есть, оружие есть, все есть. Так, так мне это и не надо, Руфу. Не надо вот тут вот. Вот это вот, зелененькое. Ой, как же а, лол, там один патрон. Тогда не надо, спасибо. Все, поехали. Где ты? Где ты? Где ты? А, вот. Тебе въебать? А-а-а. Ну хватит меня кушать. Мне не надо кушать. Я еще и миснул по нему, серьезно. Вот это рофл. Да ну. Если он меня убьет, я, блядь, просто сейчас убью. А. Уйди нахуй. Чё по здоровью? Внимание. Короче, я побежал от трата времени. Блядь. Отъебись от меня, заебал. Просто жаба задушила сохраниться, потратить время. Окей, входная катушка. Мне нужно... для Ребекки. Judging from the age, that guy could be Marcus's son or grandson. Так вот нам не дам. Возьми патроны. Как их взять? Заебали тебя, Андрей? Дота для задрота, да? Да. Так, блядь. С локом. Так. Ну, хп на один хит. Подрался успешно, блядь, с этим челиком.
Вот он сейчас встанет, блядь. Лол, ебать, быстро стреляет. Блядь, еще один. Да иди ты нахуй. Лол, я сейчас стрелял тупо как автомат. Блядь, что? Я думал, у меня там все уже, патроны кончились. Окей. Сразу же прицел и палим по нему. Пошел прицел. Раза. Хорошо. Так, а второй? Бля, вот только... Ладно, лол, он пропал вообще. Так, а шо это у нас тут? Опа. Как, бля, вот мне надо было все-таки. А нет, я бы его все равно не убил, у меня же ХП 0. Типа. Блядь. Орел. Хочу орла тыкнуть, почитать, что он скажет. Окей, у меня пистолет 13 патронов, 0 хила, абсолютно 0. Сейчас вот кто-то вылезет, 100% информация подтвержденная, блядь. Сейчас кто-то вылезет. Вылазьте, бевки. Ладно, не хотят. Все, сейчас самый главный квест в моей жизни. Не получить урона от этого... Челикса. Не получу, бля, буду просто гениальным. Получу, буду обычным. Тупо обыденный человек, обыватель, сельский. Раз, два, три, погнали. Ура! Сука, о, я не сдох. Давай сюда, сюда. Уж, сука, хорошо. Как я не умер? У меня полоска была красная. Бля, может фуфан сохранится, реально. Может что-то получится из этого. О, траем. Нет, так загружусь там на пару сохранений пораньше. Да вон же она лежит, лента-то, блядь. Дай. Как я не умер? Он вообще, видимо, мало дамажит. Так, давай, девочки моей маленькой, отправляем вот эту штуку. Ой, выбросить. Я не хочу это выбросить, ты шо? Шо, сука? Операционную. Так, отправляем. Блин, вот это, конечно, я вообще все ресурсы тупо просрал. Так, ну если я сейчас буду играть тёлкой, а я буду играть тёлку сейчас, мне надо слапнуться пистолетами. Какой же дурак, блин. Надо было изначально сюда поцик отправить. Все было бы гораздо проще, я бы не потерял ресурсов столько. Балдеж, просто балдеж. Отправишь что-нибудь в операционную, да. Хочу тебе что-то отправить. Пистолет.
тушку можно отправить, так. Сразу же ее отправить или потом? Кстати, у меня патронов-то вообще нема почти. Да, у меня вообще ноль патронов. Я смотрел летсплей по резиденту. Короче, на момент, как челы дошли только до церкви, у них там в стэше по 80 патронов было. А у меня, блядь, че, у меня вообще ничего нет. Тупо бедняк. Они как будто... А, блядь. Они как будто бы там с дробовуками ходили, серьезно. Так, ну гоу, ставим катушку. Или что, сперва открыть дверь? Гоу откроем, там по-любому потом зомби опять появится. Я надеюсь, что это будет хил. Блэссерн, где хил? Лол, как будто бы видос уже начинается какой-то. Так, ну что? Ну что, блядь? Ну опять кого-то там кушают. Ну кого-то там кушают. А, лол, ты ползешь? Ветеран ползет, блядь. Это как страшно, лишь бы не ваншотнули. Только не ваншот. Нет! Нет, нет, нет! Охуеть! Блядь, думал, сейчас сдохну. Я пеш не сохранился. Все, я походу живу. Сука. По-любому больше не надо. Я уж давно хотел выбросить ее. Стерилизующее вещество. Лол, что? Так, входная катушка, что она дает? Монорельс. Лол. Да, это жестко. Так, а чё? Тут больше ничего нет. Блядь, да игра дохил, пожалуйста. Патрони. Ну давай, вставляй сюда.
очки. А вот и ключик. Так, мне надо этого зомбака сразу же разъебать тупо. Ну а нахуй. Ключ питомника. Чего, блядь? Ну, здорово. А, лол, дверь-то открыта. Дверь открыта. Это что за хуйня? Ой, блядь. Resident Evil Zero. Какого хуй дверь открыта, блядь? Они всегда закрываются сами за собой. Пиздец. Короче, я пошел курить. Ой. Я нечаянно, он тихонько упал. Не работает, что? Так ладно. Так, ладно. Походу на сегодня все, блядь. Всем пока. Пока.